Специалисты, контролирующие опасные интернет-сайты, намерены защитить подростков от мошенников. Они встретились с руководителями органов профилактики и обсудили вопросы обработки персональных данных детей. Также призвали следить за распространением личной информации в различных социальных сетях. Добыча нефти и газа в ближайшие 10 лет будет расти. Доля российской нефти, которую добывают в арктической зоне, увеличится до 140 миллионов тонн. Объем газа тоже достигнет 200 миллиардов кубометров. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. Активисты детских общественных объединений города встретились с актрисой театра «Северная сцена» Ксенией Беркович. В Доме творчества и туризма «Дружба» состоялось ток-шоу. Подростки смогли задать вопросы о профессиональном мастерстве, а после актриса рассказала о своих творческих планах, о первом режиссере и учителе.